Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем учиться разбирать ту песню, которую вы очень много просили мне в комментариях. «Канцлер Ги», «Песенка ведьмы». Я такая сижу, думаю, что это за песня, ни разу ее не слышала. И послушала, и оказывается, она была популярна в ТикТоке. Поэтому сегодня я научу тебе играть данную песню. Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первую, а может быть просто новую укулеле. Тогда музыкальный магазин Skiff Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даша Кирпич действует скидка 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skiff Music разыгрывают гитару! Гитару Карл! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот как оно у тебя будет выглядеть. Вот почти что с четверть века кошмыгнула в белый свет, а чудные человеки ведьмы кличут 20 лет. Мол, девчонкой пятилетней при сияющей луне мать меня порою летней подарила сатане. Плюнуть или каяться, кто же разберет? Кто не испугается, пусть жены то берет. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И как всегда и как обычно, начнем мы с вами с аккордов. Первый аккорд — аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Следующий аккорд — аккорд Фа. Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Далее к этой конструкции мы добавляем с вами третью струну на втором ладу, и получается ДМ. Следующий аккорд — аккорд G. Зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Далее у нас с вами идет аккорд АМ. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд — аккорд G диез. Его очень легко сыграть, если вот вы берете аккорд G, вот эту форму, которую мы только что с вами выучили, и просто сдвигаете на лад вперед. То есть вот у вас получился G диез. То есть смотрите, вот это G, а это G диез. И последний аккорд — аккорд C7. Мы просто зажимаем с вами первую струну на первом ладу. Довольно-таки интересный аккордик. А теперь давайте полностью, какие аккорды нам понадобятся. C, Fa, DM, G, AM, G диез и C7. Да, эта песня богата на различные аккордики, поэтому для начала, пожалуйста, отрепетируйте аккорды, чтобы потом это можно было соединить с боем и тем более со словами. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается? Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. С аккордами более-менее понятно, давайте теперь расскажу немножечко про правую руку, что мы тут будем играть. От начала до конца в песне играется бой шестерка, по-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, чуть медленнее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Это мы с вами будем играть почти на всю песню. Единственное, в каких-то моментах я прям сразу в тексте это выделила. Будем делать на какие-то аккорды просто удар. Потому что аккордов много, пока вы это все выиграете, сыграете, время пройдет. Поэтому, чтобы вы не коматозили, не переживали, что вы куда-то ускоряетесь. Или вот вы что-то там не доиграете. На какие-то аккорды будут просто удары вниз. Но в остальном, на протяжении всей песни, бой шестерка. Кому сложно, можете взять различные бои по типу четверки. Это вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, 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 вверх. Ну или какая-нибудь там пятерочка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. У вас есть такие три боя. Но желательно, конечно, рекомендую брать оригинальный бой. Песня у нас с вами начинается со вступления. В вступлении мы играем просто аккорд с три раза боем шестеркой. Потом делаем один удар и глушение. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. То есть... Давайте еще раз.
написанная, вот я вам сейчас показала в медленном темпе, сама по себе песня довольно-таки быстрая. Но я вам рекомендую не бежать сразу вперед паровозом, в медленном темпе сначала отработать, и потом прийти к оригинальному темпу. Поэтому сейчас играем чуть медленнее. Это у нас с вами было вступление. Далее мы начинаем с вами играть куплет. Во в куплете играем один раз на один аккорд, бой шестерка, единственное в каких-то моментах делаем удары вниз. Вот почти что четверть века, как шмыгнула в белый свет, а чудные человеки ведьмы кличут 20 лет. Мол, девчонкой пятилетней при сияющей луне мать меня порою летней подарила сатане. То есть, понимаете, да, на последний аккорде к C7 я начинаю снова играть бой. То есть, смотрите, на аккорды G, DES, G и C просто удар, а на C7 бой. Можете прям отдельно этот работать. Довольно-таки интересный ход. Кому сложно играть с этим C7, можете вообще убрать, просто сыграть связку G, DES, G и C, и сразу пойти на припев. Кто хочет по красоте, добавляйте C7, кому сложно, убирайте. Это у нас с вами был первый куплет. Как видите, вроде бы не сложно, просто нужно ориентироваться, где какие у нас аккорды играются, и где нужно играть бой или удар вниз. Дальше разберем с вами припев. В припеве то же самое, то есть на последнюю строчку, опять же, вот этот G, DES, G и C. Он, кстати, и в куплетах, и в припеве будет вот этот вот рисунок аккордов одинаковый, то есть везде по удару на C7 бой. Со словами припев будет выглядеть следующим образом. Плюнуть или каяться, кто же разберет, кто не испугается, пусть жены пусть берет. И пошел дальше куплет. Давайте, чтобы вам было более-менее понятно, что происходит, соберем, что мы узнали. Вступление, первый куплет и припев. Вот почти что с четверть века, как шмыгнула в белый свет, а чудные человеки ведьмы кличут 20 лет. Мол, девчонкой пятилетней при сияющей луне мать меня порою летней подарила сатане. Плюнуть или каяться, кто же разберет, кто не испугается, пусть жены путь берет. Да, между прочим, в припеве вот этот C7 тоже можете убрать, кому сложно быстро идти вот этот. Дальше следующие куплеты и припев играются аналогичным образом. Поэтому, я думаю, не стоит как-то мне сейчас вам распинаться тут прожевывать. Покажу, как будет выглядеть. То есть, только есть одна проблема, в город толком не войти. Люди с криком «Ведьма, ведьма!» разбегаются с пути. Люди прячут злые морды в обывательском тепле. Ну а я над ними гордо пролетаю на метле. И пошел вот этот припев, собственно, да, который мы уже с вами знаем. Плюнуть или каяться, кто же разберет, кто не испугается, пусть жены пусть берет. Дальше идет третий куплет. Чтоб позлить свою соседку и приводить к ней воров, я топор втыкаю в стенку и даю ее коров. До сих пор она икает, увидавшись со двора, как молоко ручьем стекает с рукоятки топора. Плюнуть или каяться, кто же разберет, кто не испугается, пусть жены пусть берет. Пошел четвертый куплет, да, в этой песне аж 5 куплетов, прикиньте, еще кот там будет. Через улицу соседу, что противен толстый лыс, я в компанию к обеду под окно пускаю крыс. Крысы роют в доме норы, и порядка нет как нет. Обвалилась пол забора, то-то будет рад сосед. Плюнуть или каяться, кто же разберет, кто не испугается, пусть он ля берет.
вот и пошел. Та-та-та-та-та-та. Так, ребята, понимаю, сейчас, погодите, у нас еще 5 куплет с вами есть. Я который день лью слезы, присмирела ей глаза. В сердце нож воткнули острый лорда синие глаза. Месяц ядом вновь налился, и себе желаю я, что в меня скорее влюбился тот, кого хочу мужья. Вот вы думали, что там будет одинаковый припев, а нет, вот под конец немножко припев меняется. Ну, просто по словам, а аккорды и бой то же самое. Согрешишь, покаешься и пойдешь домой. Песни улыбаешься, значит, будешь мой. А в конце у нас с вами будет кода на таких же аккордах, которые были в припеве. Просто мы там этот момент поем на ля-ля-ля. Ля-л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 я. Разбор на укулеле. Давайте, чтобы была полностью картина у вас в голове, как вообще строится эта песня, я вам сейчас спою от начала до конца. Вот почти что с четверть века шмыгнула в белый свет, а чудные человеки ведьмы кличут 20 лет. Мол, девчонка пятилетней при сияющей луне, мать меня порою летней подарила сатане. Плюнуть или каяться, кто же разберет? Кто не испугается, в жены пусть берет. Только есть одна проблема, в город толком не войти. Люди с криком «Ведьма! Ведьма!» разбегаются с пути. Люди прячут злые морды, выбывать из ком тепле. Ну а я над ними гордо пролетаю на метле. Плюнуть или каяться, кто же разберет? Кто не испугается, в жены пусть берет. Чтоб позлить свою соседку и приводить к ней воров, я топор втыкаю в стенку и даю ее коров. До сих пор она икает, увидавши со двора, как молоко ручьем стекает с рукоятки топора. Плюнуть или каяться, кто же разберет? Кто не испугается, в жены пусть берет. Через улицу соседу, что противен толстый лыс, я в компанию к обеду под окном пускаю крыс. Крысы роют в доме норы, и порядка нет как нет. Обвалилось пол забора, что-то будет рад сосед. Плюнуть или каяться, кто же разберет? Кто не испугается, в жены пусть берет. Я который день лью слезы, присмирела ей глаза. В сердце нож воткнули острый лорда синие глаза. Месяц ядом вновь налился, и себе желаю я, чтоб в меня скорее влюбился тот, кого хочу мужья. Согрешишь, покаешься и пойдешь домой. Песни улыбаешься, значит, будешь мой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но если у тебя остались какие-то вопросы, то обязательно тыкай по тайм-коду, там все обычно написано, подписано. Или же пиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. И не забывай, что я могу увидеть все твои труды и старания, достаточно выучить любую песню или мелодию с моих разборов, и выложить тебе в инстаграмчик с пометкой Даша Кирпич.
чтобы ко мне пришли все оповещения. Ну а для тех, кто хочет поддержать меня в финансовом плане, вы можете задать мне любую сумму на Donatalers или подписаться на Boosty, вот как делают все эти ребята. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!